Вот и долгожданное продолжение истории про клан Будонов. Две части, каждая из них по 30 с плюсом минут, а ведь если их соединить, получился бы целый фильм. Готовьте чаек, печеньки, ведь путешествие вас ждет очень-очень долгое и захватывающее. Сколько заслуживает лайков этот ролик? Ну, решать вам, конечно, но я бы 15к наставил. Ну, я не намекаю, да? Играл я и снимал с боссом, он, кстати, тоже снимает ролики и нуждается в вашей поддержке. Ссылку на него я оставлю в описании. Рекламка и погнали к просмотру. Я уже миллион раз говорю про Fury Rust. Сервера для тех, у кого не так много времени на фарм. Тут вы можете найти сервер на любой вкус. Соло, дуо, трио, вайпы вы видите на экране. И промокодик, кстати, тоже. Ссылочки на коннекты в описании под роликом. Приятного просмотра! Нифига себе, они себе базу отбабахали. И мой домик этот зарейдили, да? Они прям под ноль его вынесли. Одна гаражка осталась, понимаю. Не, ну такое рейдить точно невозможно. Хотя, они еще и вышку отстроили, да? Какие бедные ребята просто. Как же им не повезло-то, что я на этом сервере играю. Я был готов к тому, что меня зарейдят, и поэтому сильно не расстраивался. Ведь у меня появилась цель на этот вайп, и этой целью был их дом. Ну, и чтобы начать их доставать, мне нужно было вернуть былую мощь своей крепости. Чем мы сразу и занялись. У меня ревик есть. Чё, тогда фармим? И это нужно делать очень быстро. Не особо. Смотрит на меня. Ворота открыли. Ага. Вышел. Обнимайте. Живи, брат. Он за тобой бежит. Принял. Убил! Убил? Да! Вот так вот, знай свое место, не надо бомжей убивать. Ну, лучше раскидывать спалки, наверное, когда будет светло. Спалок возле их базы мы решили накидать много. Очень много. Намечается веселуха. Ну, будет весело. Для чего нам столько спалок? А чтобы угадать пароль от их магазина. И тем самым угадать пароль от их базы. Главное, чтобы не спалили, а то пароли поменяют. Мне кажется, это на пару часов дело. Прикалываешься? Рейдят. Рядом. Это не на пару часов. А на сколько? На целый день? Это часов так на 5. Но если повезет, мы можем быстро угадать. Очень рядом рейдят, чувак. Вижу, это не походу рейдят. Скорее всего, да. Может это? Я могу с композитным луком сходить туда. Я думаю, это они рейдят. Ты видишь вышку, да, которую они отстроили? Это по-любому они отстроили. Стой, не стреляй пока. Хит дал. Вижу, он спустился вниз горы. Один. Вниз? Да, двое спустились передо мной. Беги за ними. Я бегу прям за ними. Они на воде стоят, дал хит одному. Он лоу, хп один. К тебе бежит. Вижу. К тебе, к тебе, к тебе. У тебя под скалой. Убил. Хорош. Какой ник? А, дилер. Очень много. Это они. Чекай. Они сейчас придут, чувак. Они сейчас придут. Ой, это у тебя. Ё-моё. Я повторю. Сачель. Много мяса. Вижу. А у того что? Какие безобидные малыши рейдят типов, которые спят. Это вот это рейдили? Да. Серьезно? Да. Бомж. Металла много. О, с эйлкой вышел на крышу, понимаю. Какие? Смотри, это не руфкемперы. Это безобидный клан. Тут трупы. АВМщик его ваншотнул. Ревик. О, это наши пацанчики пришли. Нам застраивать срочно нужно. Крафчу двери двойные. По сути, нам хватит от кибитки. Я это... прилег. У тебя тут спальники есть. Блин, ну болтовщик сейчас будет сюда смотреть и будет видеть, как мы это... Чё, готов? Ага, я уже лежу.
Ну что, я возродил своего магазина. Какой у него ник? Дилер. А. Нам нужно ждать, пока он успокоится, иначе это смерть. Как дела? Босс. Босс. Босс, проснись, нам нужно угадать. Меня опять убили. Кто? Он же. Вообще лучше так не делать, потому что он сейчас увидит, чем мы занимаемся. Ао, дружище. Как тебе этот клан наверху? Вот эти вот пацаны, как тебе, нравятся? Нет, они мне очень нравятся. А, они тебе очень нравятся? Ну, я тоже заметил, знаешь. Такие хорошие, вот. Ну, вышку отстроили, чтобы бомжей поубивать, да? Чтобы они сдохли, бро. Здорово. О, сколько у меня спальников. Я знаю, как сделать так, чтобы он не видел, что мы пароли угадываем. Хватай топор в руки. Сколько дерева? Он с пуликом! Китайская стенка чисто реально. Все, поехали. Три попытки нам. Чё-то я устал. Алло. 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 Заходи. Роли угадывать будет. Да ёбаный рот, я хотел постреляться там. Постреляемся с квадлоком. 1022. Смотри, сколько трупов, босс! О, 4 попытки, охренеть. 2 попытки, и я сдох, в смысле? Ну да, трупов тоже какая-то. Сейчас задудосим сервер, слышишь? Трупами. О, привет! Блин, походу надо отменять пока что наш план действий. Как оно на вышке сидится? Как на вышке сидится, да? Он увидел огромное количество трупов. Он по-любому будет пару менять. Убирай трупы, чисти стрелы. Чувак! У него окон нет. Если убить пулеметчика, сейчас можно забрать. Только нам лестницы нужны. Чувак, есть идея. Ты можешь пока тут посидеть под байки? Пострелять по ним там. Он на тебя смотрит. Хорош. Байти, байти, постреляй в него, чтобы он стрелял в тебя. А то он сейчас меня увидит. И будет джопи-бопо. Все, забей, я пробежал к ним. Им нужно выйти на крышу. Как ты их забайтишь, я не представляю. Но тебе это нужно сделать. Я сейчас буду флудить. Чел, только не собака. На крыше один. На самом верху. Я его убил. Хорош. Второго убил. Я его не убил. Убил. Я у них на крыше. Пулик плюс. Хорош. Ну а как вытекаю отсюда? Как постреляли, пацаны. А где пулик? Убил! Иди на крышу к ним лезь. Второго убил. А не на когда. Ты знаешь, что теперь с ними будет? Что? Ты будешь их доставать с пулика? Ты просто не представляешь, да, что с ними сейчас будет? Вышел. Где он был? Чувак, вижу... быстрее! Убир. На! Сделай так, чтобы тебя не убили. Жду от тебя прикрытия. Они не включили турель? Нет, она выключена. Вижу, бежит один. Бил.
Лезь, лезь. Пролез. Хорош. Высыларка. Вылезти я тоже отсюда смогу. Я могу турель отсюда сломать. Вышел. Вышел. Нет, не вышел, он открыл дверь только. В броне, сейчас выйдет, убьет. Дал бошку, убил. У них все открыто. Один сломал. Гаражку украл. Я свой чит твоей матери вставлял, нахуй. Ты такой шутник. Соси, блять. Меня турель убьет сейчас. Нормально. Никто, выходи. Опа. Я могу вылезти отсюда. Я домой, короче, пулик сейвлю. Я не знаю, по мне могут стрелять турели. Куда смотрит турель? Не в курсе? На ворота. Эт! Я вылез! Хорош. Миссия выполнена. Я украл еще болтовку с четырехкратником. Вовремя он турели включил. Дал хит ему. Минусанул. На вышке? Минусанул на вышке. После того, как мы украли у них пулемет, мы решили сбегать и нафармить немного камня, чтобы обустроить дом. Дерево нет. Ой. Фарми камень, короче, я прикрою. Сейчас возьму. Он на вышку не вышел. Возьми ЭВМ еще заодно. Он на вышке? Да. Опять? Двое. Минус один. Где там второй? Минус второй. Мне нравится такой контент. Пацаны, как дела? В ролик макросы свои, в ролик. Давай в ролики. Всем раздадим, пусть все так стреляют. В ролик свои макросы. Ок. На пулемет, блять. Дай ВМ. На пулемет. Он сюда скинь. Ты понимаешь, блять, что он так не стреляет, нахуй. Если у тебя коврика не хватает, это твои проблемы. Или ты на табуретке зажимишь, или что? Я понял. Интересно, что мне скажут моралфаги после такого тотального унижения? Просто мне вот действительно интересно, они реально считают, что люди, которые сидят на вышке с болтом и отстреливают всех бомжей, которые бегают, настолько хорошие люди, а мы с тобой такие плохие? Как думаешь? Он на вышке? Здрасте. А можно обменяться это на железную кирочку с топориком, пожалуйста, если есть? Наверное, можно. Держи. Нет, ладно, все, спасибо, удачи. Угу. Ты на улице? Нет. Ты это стрел называешь? Ну да. Привет. Это наш район. Ой, нас рейдить пришли. Понял. Это они, да? Меня убили. Босс, у нас коптер угонять пришли. Я сейчас убью его. Давай коптер разобьем у них. Давай. Чё, пацаны, как коптер угнали? Нормально? Окей, сейчас мы с ними поиграем. Подожди, сейчас мы поиграем. Уху! Пахай. Бам!
убил? Да, я его взорвал. Там двое было. Взлетай. Я двоих взорвал, походу. Там турель снизу. Снизу бахаем. Отлетай! Босс, ну ты рофлишь. У тебя хп нет? 60, нормально. Нижнюю надо сломать. Гонщик нелегальный. Блин, ты вырулил. Я думал, ГГ. Гаси. Еще одна. Эх! Найс. Убил? Да, одну. Отлети. Поворачивай, сейчас мы ту сломаем. Болтов. Возле нас поселились еще одни бомжи, которые были против этих руфкемперов. И мы решили пойти угадывать пароли вместе. Хм. Пойдем пароль гадать. Пошли, но у нас пока нет у нас памяти. Так, я начал с двойки, там распределяйтесь. Кто-то с тройки, с четверки, с пятерки начните. Я угадал! У тебя в любом случае хаты не будет сегодня, дружище. Я тебе делаю контент. Контент, понимаешь? Забей, надо фармить. Он уже просек то, что мы пароль гадаем. Наш план по захвату пароля был сорван. И мы решили немного пофармить серу и камня, так как мы понимали то, что нас скоро будут рейдить. Я думаю, столько серы нафармить там на их дом, на 50 ракет, это не такая уж проблема. Надо мейн построить. Смотри, мейн можно где-то вот здесь построить. Вон, смотри, вот здесь, в кустах. Рейдят. Вижу. На 150 на горе, смотри. Я не вижу, у меня крыша 150 гора. Я думаю, здесь высадимся и пойдем пешком. Нас чекнули. Справа хазмат. Вижу, неважно. Я на скалу. Минус второй. Минус базука. Уже троих убили. Слева, 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 слева под нами. Минус. Хорош. Не голыми бегут. Хат онлайн. Минус. Пока мы антирейдили чей-то дом, сработало оповещение о рейде. Да, на официальном сервере есть оповещение о рейде в виде Илюхи. Понизу. Рейдит, рейдит, рейдит. Нас рейдит. Да. Нас рейдит, босс. Ракеты взрывные. Я прикопал лишние пушечки и отправился антирейдить свой домик. На карты надо, тихо, тихо. На скале. Они Привет. Повсюду топают. Дал хит ему, два хита. Я умер, босс. Понял, я еще живой. Сейчас тебя лутать будут, убью. Лутают двое. Минус. Они стенку поставили. Они свалили. Даже из того клана тебе. Их тупо человек 6 было. Реанимировать хату будем, нет? Ее можно ремонтнуть, ну там мы что-нибудь застроили. Куда шкаф ставить? Вот сюда можешь его поставить, иди сюда. Вон туда можешь его поставить. Че, вот это ремувать не надо тогда? Не ремувай, внизу ремувай. Где гаражка, вот тут ремувай. Что такое? Пацан. Да, нас снова зарейдили. Но мы как бы не отчаивались и продолжали играть, ведь у нас была своя цель. Дал хит, он меня убил. Зато весело. Они перед нами. У меня калаш убрался. Минус один. Минус слева. Изи, через печку. У тебя есть дерево? Слушай, я бы бахнул их. Типа две печки работают, дома и личный. Я запрыгнул.
Я не буду забирать это сейчас спячки. Металла много. Ты отсюда прыгал, смотри. Да, прям с краешку. Мягкая посадочка. Тут шкаф открыт. Ой, нормальный металл. Где шкаф? Тут шкаф. Тут двойные двери. Но дерева нету. А то у нас сейчас шкаф есть. О, ну нам туда по-любому. Плюс. Мне надо топки палку очень скрафтить и смол стэшки. Где? Наверху? Нет, внизу. Обхожу. Меня чуть не убили. Убил двоих. Хорош. Они с рессами. О, это вот с этой. Знаешь, как делаем? Small stash есть? Да, один только. Ну-ка, все, что можешь. Откуда калаши стрелял? Вон, с дома. Видишь, пикает? Вижу, это рейд. 4 хита. Он выжил. Калаши стреляют. Убил чисто. Внутри я скопал. Убил того. Чувак, тут порох. Есть дерево? Где шкаф? Да, есть. Сейчас застрою. У меня двери есть с собой. Я чистил. Кодовые. Башку ему дал. Прыгай сюда. Меня убили, меня убили. Блин, на меня босс. Он вниз их убежал. Их много. Он один, второй бежит с беретой. Справа, справа, да, справа. Их было. Я чуть не сдох, я закрылся. 100 секунд подождешь? Их трое, слышишь? Забей. Они рейдят. Рейдят, 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 босс. Чики, быстрей. Там хилки. Они нас закидают эфками. Гранат не туда упала. Но меня хитануло. Минус. Один минус. Минус. Прикроешь? Да. Не лутай, не лутай. Они походу это. Прикрой, я похилюсь. Хватай все, что можешь, и поехали отсюда. Вот это они 200 IQ мув сделали, а могли нас просто закидать гранатами. По пути на антирейд мы заметили очень интересное место. В поле стояла большая печка, которую можно было застроить, и мы решили отстроиться прямо возле нее. Нет, вот с этого. Вот у этого них челика... пока двери есть. Вот этого челика рейдить надо, он нам мешать будет, он простреливать нам будет все, когда. Ну, либо попробовать с ним договориться. Ну да. Ух ты. Дима, соседи, война. Сейчас дипломатия от Димаса будет, как бы. Так. Здравствуйте, уважаемые соседи. Короче, мы тут как бы решили возле вас построиться, но мы совсем не наглые, как бы, да. Но ты не можешь убьем. Выйти, если стрелять не будешь, не убьем. Какой у тебя ник, мне интересно? Держите. А, вот так это держи. Вы рейдили, это да? Наша. Так это вы рейдили, что ли? Мы не рейдили, мы пришли антирейдить. А, понятно. Ну что, будем жить мирно и дружно? На самом деле мы... Да, вон. Вот. Это наш новый дом. А. Где? А, вот эта вот кипиточка? Вот она, два. Там ее только отстроили. Ну, мы мирные тогда. Ну, короче, это, вы если убиваете, просто в доместе оставляете. Ага, окей. Его тоже не трогаем. Окей. Все хорошо. Ну ладно, тогда давайте. Удачи. Давайте, удачи. Давайте. Не, ну такие соседи это вообще неплохо, да? Угу. Я у них кодлок спер. Остальное вернул.
Неподалеку от нас начали рейдить, куда мы сразу и отправились, так как нам ресурсы были нужны. Бегом. А им некуда от меня убегать. Минус два, еще один. Минус три. Я тебя подожду, сказал он. Я случайно всех убил. Тут калаш из был. Чувак, это фармилы! Вот он домик, который рейдили. Калашисты. Стой. Дом слева или справа? У меня. Прям на меня смотри, на карту. Два хита. Двоих убили. Тупо десантники, видел? В доме есть. В доме. Убил. Убил второго. Меня убили. Я валяюсь. Ты меня поднять можешь. Понимаю. Ё-моё! Чувак, надо застраиваться. А чем? Металл есть. Я двери крафчу. Я крою. Мы еще десантников убили. Тут есть дверь, чувак, вот локрафте. Десантников лутаем срочно. Ого. Тут два коптера. Я понимаю, чувак, пофармили чисто в зиме. 1000 топки у меня. Я лутаю серу. Ты вот это видел? Поехали домой. Изи, антирейд. Чувак, у нас антирейды прям вообще легко летят. С того дома мы перенесли все ресурсы, забили все свои ящики, которые у нас были. Но нам по-прежнему нужен был скраб, и мы полетели на карго. Обратно на этом полетим. На лодке. До зимы прям. Вижу типа. Вижу. Прыгай. Изи. Вижу. Минус один. Я только одного видел. 6-6 флоу какой-то. Еще есть. Чего? Давай с двух сторон вниз. Давай. У меня два крита тут. Столько секунд? 2 минуты. 5 минут. Где третий? Где-то тут сидит по-любому, слышишь? Либо он просто в воду спрыгнул. Ну из двух. Скорее всего, его тут вообще нету. Нигде его нету. Ну мы типа все чекнули, что могли. Может он залутал и свалил? Или сдох? Мне не без понятия вообще. Ну, МВК дверь это прям реально топ. Ну-ка. Сишка. О-о-о. Калаш и сишка, чувак, понимаем. Чё, в зиму? Боже, что происходит? Все пешком надо идти. Ты, наверное, лучше ящик скрафти, ящики. Нифига себе вы тут выстраиваете. О май год. Вы сколько печек решили поставить? Тихо, не убивайте, мужики, мне до дома ползти еще далеко. А зачем ползти, вопрос? Да потому что меня убивают постоянно, я через кусты бегу, чтобы меня никто не тронул. Мне кажется, это
фармом, братья. Ползун, иди сюда. Держи. Не-не-не-не-не-не, я сам просыпаюсь, спасибо. На-на-на, бери. Спустя где-то 6 часов мы нафармили огромное количество ресурсов. Ракет на их дом нам примерно хватало, но все же нужно было сделать некий подсчет. Пока босс переплавлял всю серу и крафтил ракеты, я отправился смотреть, что же изменилось на их территории и в онлайне ли они. Так как рейдить мы их хотели именно в онлайне. Смотри, нет, у них много буферок, чувак. Тут только один варик через крышу рейдить. Знаешь почему? У них идет раз буферка, треугольная, да? Раз стенка, внутрь стенка, еще стенка, внутрь стенка, еще стенка и внутрь. И тогда мы только будем. То есть раз, два, три, четыре, пять. Пять стен нам нужно прорейдить. Mm-hmm. А через крышу нам получается раз, два и потом в центр рубиться. Там, скорее всего, мы даже двери увидим. Также мы помогали различным бомжикам выживать. Но не все отвечали на это добром. Иди, иди, иди сюда. Алло. Забирай. На, короче. Еще. Ну, это очень красиво. Кибитку возле них нам отстраивать не пришлось. Нужно было всего лишь обустроить наш домик, который стоял возле них. Вот наша бомжиха. Возвращение домой. Надо достроить наш дом сначала. Ё-моё, я два шкафа скрафтил. Не знаю, где коптер искать. Какой же он терпило жестко. Ты реально думаешь, что ты смешной или что? Или ты меня троллишь? Серьезно? Все это тигры смешные. Чижина писи в попе, да? Я угадал. Такой смешной. Че, все, я тут отстроил как мог. Тут у нас все красиво. Тогда мейн в МВК АП. С обычной ракеты по нам стреляют. С обычной? Да, с обычной ракеты стреляют. Бегу искать. Вторая обычная ракета прилетела. Не понял, они что, рейдят нас? Ну, скорее диспавнят. Я взял ракету. Че, полетели на коптер и теперь наверх? Куда бахнем? Я думаю, вот сюда. Нам вход нужен, по сути. Ой. Сейчас был бы фейл. Отлично. Попали по мне. Можно вниз спуститься. Давай дальше, отсюда бахнем. Вон туда. Что так легко? Он дверь открывает, давай в дверь. Ну, с кровать. Кровать. Меня еще 4 сишки. Можно слетать домой за ракетами. Не прыгай, чувак, нам, не прыгай. Нам дерево прыгай. Нужно. В гаражке туда. Лестница есть? Есть одна. Я запрыгнул в ту шкаф, все, изи. Он все задиспавнил, у них миллиард всего было. Оппонентов. Он может с базуки выйти, тут три лестницы есть. Нам ракеты нужны. Четыре сихи есть. Смотри, вон серый с порохом. Где? Вот.
О! Стопэ, лестница есть. Ух ты! Найс! А вот и шкаф. Отойди. Не прыгай, не прыгай, не прыгай. Я сейчас шкаф разобью. Отойди. Еще отойди. Минус шкаф. Сразу свой. Вон туда, где крыша. Сюда можно. Ставь, да, ставь туда. И застраивать надо. Я застрою. Океанку нужно. Надо дальше рейдить. 18 хп. Отойди. Тут кровати. А, ракеты нужны. Давай. Они еще тут задиспавнили. Смотри, ракеты, ракеты там в углу были. Вижу. Чувак. Выкидывай. Мари, мари, мари. Сколько ракет у них было? Нормально. Чувак, это окуп. Иди сюда, вот это застрой. Застрой нафиг полностью. Я план постройки выбросил. Вот он наверху сейчас. Двери ставь. Ставь двери. Сколько ракет у тебя? 15. И у меня еще 3. Найс. Отсюда? Тут еще гаражка. Тут лут. Тут еще ракеты. Я видел ракеты. Я вижу ракеты там дальше, слышь? Отсюда можно бахнуть. Бахай туда с ракеты. Еще. О! Чувак! Че тут? Смотри! Еще ракеты. Вижу, вижу. Капец. МВК двери. Изи дом был, если честно. Двери МВК были. Ой, а как зайти домой? Подожди. Ой-ой. Мы потеряли дом! Он все задиспавнил. В итоге мы у них забрали только ракеты. А весь остальной лут мы раздали бомжикам, которые бегали неподалеку от нас. Идем, идем вниз, срочно. Идем, идем, идем. Поднимаемся наверх. Экскурсия по дому руфкемперов. Ага. А, да, да. Смотрите, здесь у нас... Ага, мы да, пробурили, дальше. Понимаете? Вот как бы... Они стреляли, стреляли с вышки, а в этот момент мы взрывали им хату. Представляете, да? Грустно, наверное, было. Потом мы вот так вот буримся туда, а там хоп и какой-то бункер, представляете? А контрактор работает? Да, все работает, но тут как бы это, аккуратно, да. Можете сюда запрыгнуть. Тут есть какой-то лут. Всякий разный. Вот тут наверху пушки есть. Ой, спасибо большое. Мы потеряли бойца. Там мой тиммейт, можешь его впустить, нет? Так, заходите. А можешь ты контракт сломать, пожалуйста? Капец, тут бомжей понабежало, да? У них там цель вылубить гантрапы до входа, да? Чтобы пройти. Че, как думаешь, куда бахать? Ой! Ребята! Ребята, вышка осталась! Смотри, я думаю, вот здесь. По дверям, по дверям, да по дверям бахнем. Оу, щи. Две ракеты можно разрывнение, у меня два стака. Там гараж. Кидай. О, тут побегай. Подъем наверх. Тут тоже все задиспавнили. Ха! Пулемет. ВМ. У них есть пулемет? Ну, по-любому. О, тут болтовки, тут АВМы, тут все. Они просто, они настолько слились, они настолько очканули то, что задиспавнили все и везде. Они поняли, что им жопа. Слушай, тут магазин еще есть у них. О, пойдем, пойдем, у меня хватит. Теперь точно все будет. Только нет, надо самую главную вещь сделать, подожди. У тебя есть болтовки? Во? Оставь себе один болт, все остальное выкини. В доме у нас. Руфкемперам быть не очень хорошо. Десят.
Ну, у меня... А верды есть? У меня ничего нет больше. О, смотри, сколько тут. О, неплохо. Нормально. Для старта жестко. Куда не борода здесь? И он обязательно здесь нужно вот так сделать, смотри. Тут есть где-то магазин, название поменять. Все, чекаем. Вот так мы с вами и заканчиваем нашу историю. Надеюсь, она вам понравилась, и вы оставили свою оценку. Быдланы были наказаны, лут бомжам мы раздали. В принципе, мы сделали все. Ну и не забывай ставить лайкос. Я думаю, этот ролик 15 тысяч точно заслуживает. И да, ссылочка на плюшку и на босса в описании. Не забывайте к ним заходить. Всем пока!